Вновь здравствуйте, наши многоуважаемые подписчики, зрители и жители станицы Гастагаевской. Мы сегодня с вами находимся в Анапском районе и в станице Гастагаевской. Мы часто называем даже станицу не станицей, а столицей Гастагаевская. Сегодня мы на улице механизаторов 1И. И вашему вниманию я хочу предоставить уникальный дом. Чем он уникален? Уникален тем, что он самый компактный в нашей ассортиментной линейке всех наших домов. Это дом 65 квадратных метров и на участке 4 сотки. Несмотря на то, что этот дом самый бюджетный, он не дешевый. Посмотрите, пожалуйста, какая большая преддомовая территория. Здесь вы можете разместить раз, два, три, а то и четыре автомобиля. Здесь будет установлена калитка с кованными элементами и ворота. Уже есть обсыпка под автомобиль. И вот эта вот территория, она для того, чтобы здесь у вас был определенный собственный ландшафтный дизайн. Поэтому мы плиткой вначале ничего не выкладываем. Вначале приезжает хозяюшка, говорит, что здесь она хочет, чтобы у нее были розы, туя, любое насаждение. А потом уже мы договоримся с вами по поводу выкладки здесь тротуарной плитки. Участок 4 сотки рассчитан, конечно же, не для того, чтобы здесь высаживать до горизонта ряды кукурузы, картошки или помидор. Участок 4 сотки, в принципе, рассчитан для того, чтобы отдыхать здесь, устраивать посиделки. Этот дом находится, как я уже сказал, на улице Механизаторов 1И. И одно из главных преимуществ этого дома – это местность. Здесь действительно очень много зелени. И какой здесь свежий воздух. Экстерьер дома выполнен в цвет серый графит. Все как всегда. Газоблок марки D500. Утеплитель каменная вата 50 мм, то есть 5 сантиметров. Сверху покрывается декоративная штукатурка, немецкая, баумнит с добавлением лака. Водоотталкивающая, не промокает. Коммуникация. 15 кВт, центральная вода, септик. Здесь не простой септик, здесь биосептик, переливной. А теперь давайте пройдем с вами внутрь этого уютного, хорошего дома. Какая просторная прихожая здесь. Попадая в прихожую, смотрите, слева у вас получается две спальни, прямо санузел, и направо это кухня-гостиная. Давайте вначале мы с вами зайдем в первую спальню. Естественно, ламинат 34, обои флизелиновые поклеены, окна двухкамерные, три стекла, пластиковые откосы, высота потолка 3 метра, и вот что еще. В этом доме у нас везде натяжные потолки. Персиковые оттенки, пастельные тона. Да, конечно же, будут вывешены радиаторы. В каждой комнате у нас есть вентиляция и розеточка уже под сплит-систему. Это сделано для того, чтобы, когда приедут специалисты под сплит-системам устанавливать вам их в дом, им ничего не нужно было штробить. Не портили ремонт, отделку. Выходя со второй спальни, вы попадаете в санузел. В санузле, естественно, у нас плиточка, вся разводка под сантехнику, разводка под светильник, там, где у вас будет раковина, точнее зеркало висеть, пластиковый потолок с осветительными приборами, с активной вытяжкой. Все для того, чтобы здесь было вам комфортно. Ну и теперь, как говорится, сердце этого дома. Это кухня-гостиная. Мне очень нравится то, что в наших домах заботятся о наших клиентах.
Вот даже вот большое количество розеток, это действительно, поверьте, важно. Здесь, соответственно, будет у нас висеть электрический котел, сама кухонная зона в плиточке, достаточно большое окно с поворотно-откидной створкой. Кстати, хороший опыт. Данная терраса площадью 20 метров, и она не входит в общую площадь дома. Часто задают вопрос, почему нет на террасе никакого навеса. На это есть достаточно конструктивный и правильный ответ. Во-первых, это сделано для того, чтобы не было удорожания дома из-за навеса. Ну и главная причина, то что навес вы выберете сами. Либо с поликарбоната, либо с металлочерепицы, либо с металлочерепицы утепленной. Впоследствии вы сможете сделать на этой террасе жилую площадь. Терраса уже выложена плиточкой, выведены розетки, выведено освещение на террасу. По поводу отопления данного дома. Здесь у нас три зоны теплых полов. Это зона кухни, санузел и там, где прихожка. В комнатах у нас вывешиваются радиаторы. И по поводу электрического отопления. В станице Гастагаевской действует станичный тариф. Это чуть больше 2 рублей ночью и 3 с копейками днем. Поэтому больших затрат на отопление этого дома в наш короткий отопительный сезон вы не понесете. Итак, что же входит у нас в площадь 65 квадратных метров? Это две спальни 12 квадратных метров и 11 квадратных метров, коридор 9,5 квадратных метров, санузел 4,5 квадратных метра, кухня-гостиная 21 квадратный метр и терраса почти 20 квадратных метров, которая не входит в площадь дома. Ну, соответственно, и прихожая 4 квадратных метра. И крыльцо 4 квадратных метра, которое тоже не входит в площадь дома. Вот мы посмотрели с вами дом площадью 65 квадратных метров, который находится на улице Механизаторов 1И в станице Гастагаевской на участке 4 сотки. Цена 3 миллиона 650 тысяч рублей на сегодня. Я очень надеюсь, что вам понравился наш обзор, этот дом. Задавайте, конечно же, вопросы в комментариях. Ставьте большой палец вверх. С вами был специалист по недвижимости Алексей, компании «Стройгарант Анапа». До новых встреч!